Ты зеркала смотришь вообще? Их не изобрели еще. Ну так изобрети. Пацаны и пацаны, совсем доброго привет. Не знаю уж, в новогодние каникулы это выходит или уже после, но тем не менее, новогодний мини-прикинь, Metal Family, ксайдовник, художник, как душе сердечко своему угодно, так и говори. Обязательно ссылочка на оригинал внизу. С тебя лайкосик Аванчиком. Спасибо большое всем, кто не забывает ставить пальчики. И комментарии тоже пишите. Подписочку организуйте, естественно, с бубенцами, чтобы звенели. Давай смотреть новогодний мини-прикинь. О чем будет, без понятия, если честно. Поехали. Ра-бам-пам-пам. Всем араф! Мы подумали и решили, нехорошо как-то заканчивать год на такой злой ноте. Ой, а вот злую ноту я еще не смотрел. Про полыхание мне писали в комментариях. Видел, ребята, добавил посмотреть попозже. Короче, пальчики ставьте, чем больше, тем быстрее мы до полыхания доберемся. Еще куча всего, на самом деле, на вот этом канале втором не просмотрено. И прикинь, и полыхание, и там что-то еще. В конце концов, этот год был очень тяжелый для многих. И несмотря на то, что смотреть... Но это выходило где-то год назад или вроде того. Видюшки про чей-то горящий пердак. Ну, довольно весело, собственно, как и делать их. Пусть все-таки последнее слово выходящим 2020-м будет за доброй новогодней историей. Будем считать это мини-выпуском о прикинь. И в этот раз мы избрали не фильм, а не устаревающую книжную классику. Нет, но у нас и не мини-прикинь, прикинь обычный еще есть. Это многие что? Из вас сразу догадаются, о каком произведении речь. Ну, а те, кто не догадаются... Вот, видимо, это направлено на тебя. Погнали! $1.87. Это было все, что осталось у нашего героя в подарок своей любимой. А ведь завтра уже Рождество. Ну, у нас, ребята, могу тебе еще рассказать, уже, наверное, сказал в этом году здесь на канале, но тем не менее, с наступившим вас, ребята, с наступившим 2022 годом. Надеюсь, настроение у вас хорошее, надеюсь, год начался хорошо и, в общем-то, как бы, не знаю уж, опять же, новогодние каникулы закончились или нет, но главное, чтобы настроение хорошее было. Таков сюжет данного рассказа. Ну это хуйня какая-то, он не мог... Да заткнись! Вздохнув, юноша присел на кровать и оглядел комнату. Стандартный прием, чтобы автору было удобнее описать экспозицию, основываясь на интерьере комнаты персонажа. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая беда. Ой, а знаете, сколько у меня времени? 2:48. Нормально. Молодая пара была небогата. Те скромные $1.87 – максимальная сумма, которую удалось накопить молодому человеку. Это максимальная сумма, которую можно было накопить, исходя из... Ему крайне грустно. Молодой человек, не душите. Вкусно было осознавать, что именно эту сумму придется потратить на подарок сам... Давайте-ка в атмосферку. Мы прекрасной, нежной и заботливой девушке на свете. Заботливой. Надо признать, что немногие согласились бы с таким определением Виктории. Даже сама... Все бы согласились. А Виктория в лицо... Вот он бы точно согласился. Рассмея... Вы спросите его, посмотрим, что скажет. Смеялась бы в лицо тому, кто назовет ее нежной и заботливой. Рыжеволосая валькирия больше внушала страх, чем доброту. Особенно, когда мчалась на своем железном коне по городу. Прям анимация. Ты зеркала смотришь вообще? Их не изобрели еще. Ну так изобрети! Что там говорить? Мотоцикл был под стать своей хозяйке. Виктория невероятно любила его и гордилась им. Мне нравится вот этот вот саундтрек. Бэкграундовые звуки, саундтрек. Однако нынче он прозябает в гараже, так как ему срочно нужен новый карбюратор. Инжектор, это будущее. Пошла нахуй отсюда, пока я тебя в лицо не рассмеялась. А денег на него, увы, нет. И именно эта деталь мотоцикла сейчас занимала мысли Глэма. Когда он представлял, как обрадуется Вики такому подарку, сердце его делало дю-дю-дю. Ну, примерно так, да. Что это за дю-дю-дю вообще? Нет, когда он в консерватории, ну, сидел там и типа дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю. Но где же взять столько денег? Глэм встал с кровати и, чтобы писателю было удобнее писать его внешность, подошел к зеркалу. Мы не будем заострять внимание. Ой, а музыка-то знакомая на фоне играет. Они на его худо. Все-таки отличается, потому что в других прикинях, которые я видел, а я их видел два, по-моему, два, там как раз бэкграундовый саундтрек был.
Ну, что-то такое примерно на уровне. В чем телосложение? Воспроизведенный ртом. И голубых глазах. А сосредоточимся на предмете. А здесь приятно наоборот. Прекрасные львиные гриви, которые позавидовал бы сам Ди Снайдер. Какое-то время обладатель золотистых волос смотрит на свое отражение, а после решительно одевается и выходит из дома. Ну, это такой кавер, походу, да? Гитарный. Пока очень сильно отличается от других, прикинь. Самому бы тебе туда не пойти! Сама нежность. Сэм, дорогой! Как я рада тебе! А что за ебучная шапка на тебе? Неважно. Вики, давай что не будем... Что это? Такое ощущение, что трусы надел на голову. Подарками. Я очень хочу, чтобы ты открыл свой. Ну давай. Ну-ка, что тут у нас? Ебать колотить! Карбюратор! Рад, что тебе понравилось. О, Глэмми, ты такой классный. Но мне нужно тебе кое-что сказать. О, это мне? А, да. Давай, открывай. Гребни! Настоящие! Ювелирная работа знаменитого мастера. Да-да-да, это они. Они друг друга знают. Они стоят целое состояние, как твой мотоцикл. Короче, тут такое дело. Знаешь, похоже, наши подарки слишком хороши для нас. Это еще что значит? Я продала свой мотоцикл, чтобы купить тебе их. Что? Виктория! Да шучу я! Повелся! Вот, слышишь, сирену? Я, конечно, люблю, но... Это, походу, за мной. Подожди, я думал, это за мной? За тобой-то схерали. Я-то эти гребни спи***ла! А это уже не шутка. Их на виду. А я спи***л карбюратор. С Новым годом! Люблю тебя. Они приехали уже. За нами. Мы знаем, что вы здесь. Давай скорее вставляй эту хреновину. Ой, смотри, персонажи новые, полицейские. Господи, что они там делают вообще? Ломайте дверь! Во, вот это уже звуки, я понимаю, прям как прикинь. Все? Мораль этой истории... Не пи***. В целом. Ой, да какая тут мораль? Любите друг друга. С Новым годом. И вот такая вот. Слушайте, ну вот так, вот так. Прикольно. Добрый ролик получился. Одна, блядь, там, блин, давала, блин, гребни, блядь. Он тоже там карбюратор спи***л. От ментов сбежали. У полицейских сирена. На лошадях стоит. Лошади быть должны были, что ли? Ну, кстати. Слушайте, да вот такой вот какой-то мини-мини-мини-микро, я бы даже сказал, прикинь, который сильно отличается от других. Но, тем не менее, ребята, еще раз с наступившим 2022 годом. И пишите, как у вас вообще настроение, как вы провели эти новогодние каникулы. Я не знаю, надеюсь, выпущу в новогодние каникулы, но может быть и не, может могу и не успеть. В любом случае, спасибо, что составили компанию. Не забывайте ставить пальчики ввысь, естественно, писать комментарии, подписочки организовывать, подписываться с бубенцами, вот это все сами знаете прекрасно. Все, увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.